Привет! Привет-привет! Мы на канале в гостях у Лисы и Егора. Мы сегодня будем... А Егор сегодня? Будем поздравлять девочек, женщин, мам, сестер и бабушек. С каким праздником? С 8 марта. С праздником 8 марта. И мам. Да, вот Егор хочет спеть вам песенку поздравительную, да? Для всех девочек. Да? Ну давай, да. А потом маму поздравить. С 8 марта поздравляю и желаю красоты, чтобы счастье в доме было, чтоб шли всегда цветы, чтобы солнышко дарило теплоту всегда-всегда, радость в гости заходила, исполнялась бы мечта. Да. Еще я хочу поздравить свою маму. Мама милая, родная, с 8 марта поздравляю и желаю в день мечения за много настроения. Будь принцессу, ты красивый и веселый, и игровой. Я дарю тебе цветочки, а еще вот эти строчки. Да. Всех милых женщин, девочек, бабушек, сестер, да, мам, поздравляем с праздником 8 марта. Желаем всем весеннего настроения, радости, веселья, любви, счастья, здоровья. Всем пока-пока. Пока-пока. Вы были на канале в гостях у Алисы и Егора. Я вам дарю сердечко и цифру 3. Да, Алиса вам дарит сердечко и цифру 3. Да, как раз там с мамой сердечко.